Беларусь готовится отметить самый молодой государственный праздник – День народного единства. Масштабная программа акции рассчитана на всю неделю. В Бобруйске 16 сентября в 10 часов пройдет большой велопробег «Мы едины». Старт маршрута возле братской могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Улица Еловики, финиш на Карбышева. Школьники смогут бесплатно ходить на экскурсии с классом два раза в год. Учебные заведения будут покупать билеты за счет средств республиканского или местных бюджетов, которые им предусмотрены. Решение направлено на совершенствование образовательного процесса, формирование уважения к культурно-историческому наследию, событиям в годы ВОВ и послевоенный период, а также на воспитание патриотизма и активной гражданской позиции. Национальная премьера исторической драмы «На другом берегу» состоится 14 сентября во всех кинотеатрах страны. Картина расскажет трогательную историю о событиях 1925-го в Западной Беларуси, о временах партизанской войны и попытках нашего народа отстоять собственную культуру, язык, веру и церковь. В областном конкурсе профсоюзов в сфере здравоохранения на лучшее благоустройство территории стали победителями среди своих учреждений Бобруйская городская детская больница и третья поликлиника. Создание достойных условий для лечения пациентов – одна из приоритетных задач медиков. 13 сентября состоится прямая телефонная линия с начальником отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома. Валентина Шенкевич ответит на все интересующие вопросы, которые входят в ее компетенцию с 14 до 16.00 по телефону 78 60 41.